Добрый день, дорогие друзья! Компания Росproperty приветствует вас в солнечной Турции. Меня зовут Полина, я представитель компании Росproperty. Сегодня мы подготовили для вас еще одну полезный видеоролик. Это отзыв с клиентами нашей компании. Итак, давайте знакомиться. Сегодня мы побеседуем с Муратом и с Галиной. Это наши клиенты, они купили квартиру в полюбившемся многим районе Махмутлар, и сегодня они любезно согласились не только поделиться своими впечатлениями и личным опытом от покупки, но также и пригласили нас посмотреть свою новую недвижимость. Итак, давайте начнем. Итак, вы решили приобрести недвижимость за границей. Почему выбрали именно Турцию? Именно Турция, это потому что наиболее на всем Средиземноморском побережье как бы самая теплая страна. Не сравнишь ни с Грецией, ни с Испанией, ни с Италией. Здесь самое, как бы, самый лучший кусок достался как раз и Турции. Вот. Здесь круглый год, считай, что лето. Я не представляю, когда говорят сезон там 6 месяцев, ерунда. Я был здесь в январе и свободно купался. 18 градусов вода, это у нас, вот я жил на Байкале, в Сибири, там 10 градусов летом замерзнешь, а тут 18, для меня это круглый год здесь лето, поэтому я решил именно здесь в Турции обосноваться. Культура страны нравится, сам народ доброжелательный, в общем, все 33 удара, все, что можно переснять, я даже негатива почти не нахожу. Кто хочет, везде найдет негатив, но для меня по большому счету ничего нет, я здесь радуюсь, живу. Почему Алания? Потому что то западное побережье, ближе к Эгейскому морю, там все равно попрохладнее и климат, и вода попрохладнее. Сильно далеко на юг, туда к Мессину, там очень жарко, к Ближнему Востоку, там чувствуется влияние пустыни. А вот этот такой закуток какой, вот, самый теплый, самый приятный. И близость гор, и в то же время моря. Самое лучшее, что можно придумать. Хорошо, а теперь расскажите, пожалуйста, как происходил процесс покупки, процесс выбора квартиры? Процесс покупки у меня жена посмотрела на Ютубе, и мы компании много выбирали, но особенно остановились на Росproperty, потому что это как бы, посмотрели, самая крупная компания, и у них очень большой выбор недвижимости. Галя, жена у меня увидела и посоветовала квартиру. Мы тут же собрались, и нам спасибо компании, зарезервировали. Я через неделю прилетел, уже оформлял документы, и на мою квартиру уже были желающие. Но я вперед успел и купил. Зимой это было, в январе. Отлично. Мурат, насколько я знаю, у вас несколько ранее была квартира в Болгарии. Вот на ваш взгляд, в чем плюсы недвижимости в Турции в сравнении, например, с Болгарией? А плюсов очень много. Потому что мы когда жили в Болгарии, там даже, например, в осенний период раз в неделю всего самолет летит. И вот нужно подгадать. Мы как-то хотели сдать, продлить отпуск. И не получается. Раз в неделю самолет. Здесь постоянно международный аэропорт Анталия. Летают по 100 рейсов в неделю. Там не поймешь. Со всех сторон можно добраться. И в Болгарии еще, как бы я сказал, сезон действительно короткий. Вот в июне, например, приедешь, и вода еще такая прохладная, не теплая. А уже в конце сентября холодная, не пугает. Сезон очень короткий. И, как я уже неоднократно подчеркивал, по доброжелательности, я не буду, как бы говорить, корректно скажу, но турки более доброжелательный народ. Как бы ни говорили многие братушки, славянушки, но это не то отношение, совсем другое. Вот так я коротко скажу. Хорошо. Еще такой вопрос. У вас уже есть своя недвижимость. Вы ее приобрели с целью постоянного проживания или же сезонного отдыха, может быть? Мы приобрели свою недвижимость, чтобы здесь постоянно проживать. Я думаю, что мы уже приехали сюда на постоянное. Сейчас мы уже по мелочам все закупаемся, чтобы уже чувствовать себя как дома полностью. И мы хотим свою старость провести вот именно в этом благодатном климате среди хороших людей постоянно. Вы уже некоторое время живете в Алании, в Турции. Какие аспекты жизни здесь вас привлекают больше всего, что вам больше нравится? Привлекает, конечно, самое основное, как всех людей интересует, конечно, помимо климата, еще и питание. Здесь фрукты все экологически чистые. Постоянно на базар ходишь, вот, дважды в неделю у меня в Махмутларе, например, все фермеры местные привозят продукцию свежайшую. Выбор огромнейший. Здесь вот, как некоторые говорят, 187 фруктов, видов, овощей. А мне кажется, что здесь вообще все есть, что есть на земном шаре. Здесь все будет расти. Так же, как это не
растения, не эндемики, например, бананы, да, но здесь они живут, также авокадо, манго, я бы здесь все рассадил, у меня такая душа как бы фермерская, я радуюсь, когда смотрю, здесь все пышет и цветет. Вот так вот мне это нравится, помимо климата, что продовольствие, продукты, все, все страна самодостаточная, любой товар возьми, все в Турции производится, вот мы по мелочам берем, все-все турецкое, это радует, не то, что это носили по всем остальным местам Китая. Здесь все турецкое, самодостаточная страна. И мы здесь не то, что не живем немного, вот три дня мы приехали, а мы на протяжении уже 7 лет путешествуем и по 2 раза в год бываем в Турции, в разных местах. И остановились именно конкретно Алания. Это самый, как бы, лучший уголок в Турции. Ну и сейчас я хочу пригласить вас в свою квартиру посмотреть. Она хоть не очень обустроена, мы всего 3 дня как прилетели. Ну ничего, посмотрите, какая она. Спасибо за приглашение. Тогда мы отправляемся в гости. Здравствуйте. Это квартира 1+1. Кухня, совмещенная с залом. Мне это очень нравится, потому что у меня квартира, когда отдельная кухня, приходится туда вести телевизор, где обедаешь. А здесь все на месте, в куче, очень все хорошо. А так как семья у нас небольшая, 2 человека, мы пенсионеры, нам хватает. Спальня есть, зал есть. Что еще тут пожелать большего? Ну, тут еще мы только заехали 3 дня назад, поэтому еще полностью не обустроились. Собираемся сюда на постоянно переезжать. Нам очень здесь все нравится. Поэтому вот так вот. А вот здесь вот у нас совмещенный туалет. Но здесь санузел. Я проводил интернет, поэтому там скрыли. Вскрыли он тут короб и по нему кабель провели, он там интернет. Потому что сейчас без интернета никуда у нас. И все звонки, да, и все прочее, да. Да. Вот небольшая спальня. Сюда собираюсь установить затем шкаф плотяной. И хватает нам так, в общем-то, места. Спальня, я помню, это такая. Да. Кондиционер был встроенный здесь, хорошо, он работает. Вот вчера приобрел здесь вечером прохладный ветерок, с гор дует приятное. Вот этот купил, поэтому здесь вечерком лежу, отдыхаю. Балкон мне очень нравится, балкон большой, широкий. И за счет вот этой конфигурации изогнутой, здесь как-то больше задувает. Вот так волной заходит, и прямо даже вечером лежишь, ветерком обдувает, так приятно. Сейчас солнце уйдет после обеда, здесь вообще хорошо будет. Да. Ну вот так вроде все, квартирка небольшая, но я чувствую, когда вставишь, будет так уютненько смотреться. А нам больше и не нужно, сюда поставим какую-нибудь тумбочку и телевизор на стену. Вот. А кухонный гарнитур в стоимость уже входил? Кухонный гарнитур здесь все как хорошо входит в стоимость. Это встроенная мебель, сантехника. И здесь вся, здесь, видать, нету даже понятия, чистовая, черновая отделка. Все так красиво и хорошо сдается. Я вот зимой сдал компанию Res Property деньги, и они мне купили и холодильник, стиральную машину, электропечь, плиту вон ту, диван, кровать, все привезли, установили, помыли, почистили, убрали. В общем, все хорошо. Лучше не пожелаешь. Еще и даже удивительно прихожу, в конверте сдачи еще лежит. Очень все честные и порядочные люди. Итак, мы рады, что вы остались довольны работой нашей компании. Еще раз большое спасибо вам за то, что провели такой экскурс по вашей новой недвижимости. Еще и поделились своими впечатлениями с нашими подписчиками. Еще раз большое спасибо и желаю вам всего самого наилучшего. Вам большое спасибо.